Меня зовут Чернявский Павел, я производитель работ компании EDS Engineering. Мы с вами находимся на станции СЭС Межеречи. Общая проектируемая мощность станции 7 мегаватт. В данный момент закончены все внутриплощадочные работы по первой очереди, которая составляет 2 мегаватт. Остался небольшой этап подключения к линии 35 кВт. И наша станция будет производить экологически чистую электроэнергию.